Шеф-повар Максим Григорьев. Калачи из творога на сковороде. Творожные калачи – блюдо быстрое в приготовлении, вкусное и сытное. Готовятся калачи достаточно просто, поэтому их можно подать даже на завтрак или быстрый перекус. И хоть вы используете для приготовления этого блюда ограниченное количество продуктов, калачей получится целая горка. Время приготовления – 35 минут. Ингредиенты. Масло подсолнечное рафинированное 3 столовые ложки. Мука пшеничная 160 грамм. Сахар 1 столовая ложка. Сода 0,5 чайных ложек. Соль 0,5 чайных ложек. Творог 200 грамм. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Для работы нам понадобится творог, мука, соль, сахар, сода, яйцо, подсолнечное масло. Шаг 2. 200 грамм творога протереть через сито, соединить с 1 яйцом, сахаром, 1 столовая ложка, солью, 0,5 чайных ложек. Растереть. Шаг 3. Добавить 160 грамм просеянной с содой, 0,5 чайных ложек, муки. Замесить тесто. Шаг 4. Раскатать тесто толщиной 0,8, 1 см. Вырезать калачи. Шаг 5. Обжарить калачи на подсолнечном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Шаг 6. Готовые калачи выложить на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир. Шаг 7. Перед подачей посыпать калачи сахарной пудрой. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.